Конечно, если применять обычные гвозди, то результат может быть не совсем удачный. Но если вы используете дюбели, то они выдержат любой груз. Строительные материалы из полистирол-бетона легко обрабатываются, пилятся, сверлятся, штробятся. Полистирол-бетон – материал, который работает на изгиб или растяжение. Благодаря этому свойству он не ломается и не разрушается, даже если его сбросить с достаточно большой высоты. Испытаем полистирол-бетон на прочность. Он с легкостью выдерживает многотонную машину, а значит, за надежность дома, построенного из полистирол-бетона, можно не волноваться. Кроме того, на этот материал не оказывают никакого влияния ни вода, ни огонь, ни достаточно сильные механические воздействия.